Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео, которое я вам обещал, долгожданное видео про заслуженную награду. Что такое заслуженная награда? Не так давно, пару дней назад буквально, всем можно было получить заслуженную награду. Если вашему аккаунту 1 год или более, вы уже получаете заслуженную награду. Если вашему аккаунту годик, то вы получаете 10 резервов на серебро, 10 резервов на опыт, книжку для экипажа, которая дает опыт, боевая задача на 10 боев x5, медальки и эмблемки с цифельками 1. За 2 и за 3 года то же самое, только медалька и эмблемка, цифелька не 1, а 2 и 3. С 4 лет и более начинают уже выдавать 20 рандомных коробок, в которых есть награда. Плюс еще одна книжка для экипажа. И также от 4 лет и до 9 на эмблемке и медальке циферка меняется в зависимости от того, сколько лет вашему аккаунту. С 6 лет и более вам начинают выдавать еще и камуфляж на Т-52, которая дает стиль танку Т-52, как в старом движке игры. Все. Это такие награды. Я просто вас ознакомил с тем, что там выдают, а теперь я буду рубить направо и налево. У меня просто назрел такой вопрос и недовольство. Какая мудила составляла набор для заслуженной награды? Зачем там большая часть мусорника, которая не нужна старому игроку? Даже не постарались подумать, что нужно старым игрокам. Даже не попытались удивить и сделать сюрприз или что-то приятное. Чем старее аккаунт в картошке и чем дольше вы в нее играете, тем больше чего у вас? Танчиков, прокачанных веточек, премиумных танков, если вы успеваете выполнять марафоны. Перки качаются со временем, все больше и больше экипажей с большим количеством перков. У меня аккаунту 6 лет. Вопрос, на кой черт мне эти две бумажечки и еще в рандомных коробках бумажечки повыпадали для экипажика, который дает экипажу опыт? Зачем мне 6-7 перковому экипажу эти бумажечки? Может быть, я начну качать новую веточку и там начну экипаж с нуля? Ни хрена. У меня на каждой нации по 3-4 экипажа от 4 перков и выше. Мне эти бумажечки не всрались. Я ими ни разу не пользовался. Когда их ввели, я уже не помню, это было довольно-таки давно, мнения не облокотились, они для меня никакой пользы не несут. Я ни одного нового экипажа не начал качать, он мне не нужен, у меня много экипажей уже. Может быть, когда-нибудь я начну качать новый экипаж, но я очень сильно сомневаюсь, потому что я не псих. В картошке без перков играть, это очень плохое удовольствие. Следующее, это танчик, Супер Халкет. Он не супер, он... Помойка Халкет. Лучше бы они его назвали Санный Пакет, а не Супер Халкет. Он никакой. Он не премиумный. Акционная мусорка 7 левела. Я его уже продал за пару боев. Он не нужен вообще. Зачем мне, старому игроку, с кучей танков и кучей прокачанных веток и просто кучей премтанков, на кой черт мне это говно? Поностальгировать? О чем ностальгировать? Сделайте игру как раньше приятную, вот и будет ностальгия. Когда я сыграю за день 100 боев и буду все 100 боев получать удовольствие, вот тогда и будет ностальгия. Также основное, что выпадало в рандомных 20 коробках, почти все забито этими чертежами. У меня почти все прокачано. Алло, картошка, мне не нужны твои сраные чертежи. У меня только арта в основном не прокачана. Я ее качать не собираюсь. Можешь в жопу себе эти чертежи засунуть. Еще там остальная половина, кроме чертежей в рандомных коробках, выпадала, это инструкции, которых у меня на складе тысячами лежит. Куда их сувать, я вообще не представляю. В игре нет возможности их продавать. В следующем патче дадут возможность эти боновые инструкции покупать за серебро. За нахрен они мне нужны, я их эти продать никуда не могу. Мне еще куда-то суют, у меня опять на складе их будет еще больше. Зачем они мне нужны, я их не успеваю использовать. А серебро тратить я не собираюсь. И так премтанки не фармят, еще инструкции за серебро за 10-20 тысяч покупать. Чтоб я на премтанке в минус с премаккаунтом уходил каждый бой стабильно. Еще иногда выпадало серебро в этих рандомных коробках. Ну чуть-чуть там выпало, около лямчика, что-то такое. За 6 лет игры в картошку мне лям серебра выпал. Офигенно. Да, серебро мне действительно надо. Но лям серебра может так быстро разойтись, что я его даже не замечу. Также мне выпал еще облик на экипаж. Очень нужная вещь, мне нахер она не нужна. Один день према. Офигеть, один день према мне выпал.
и свободка выпала, которая и так у меня что-то там было, ничего качать я не собираюсь, но может быть какая-то ветка выпадет, я потрачу может быть свободку, чтобы сток танки вывести в топ, чтобы не страдать. Хрен с ним, свободка может быть пригодится. Мне нахрен ничего не пригодилось из того, что мне дала картошка. Единственная вещь, которой мне всегда не хватает в этой игре, это боны, потому что они недавно появились, и они не выдаются куда попало, налево и направо миллионами. В этот раз бонов нет. Я получил за ранговые бои недавно боны, но их не хватает, чтобы что-то купить. Единственная вещь, которой у меня почти никогда не хватает, ее мне не подарили. Что это за заслуженная награда, за которую забываешь на следующий день? Нельзя придумать что-то стоящее подарить, о чем я буду хотя бы помнить 2 дня. Такое ощущение, что для галочки. Оп, заслуженная награда выдана, едем дальше. На мой взгляд, картошка с долгожданной наградой обосралась полностью. И эта акция просто проскочила и пошла на акции новогодние. И никто уже про это даже, наверное, и не помнит. Это полная помойка. Зачем это для галочки лишь бы сделать, я не понимаю. Ведь это делается для людей, которые давно играют, чтобы они понимали, что про них помнят. А я понимаю, что картошки срать на меня. Вот что я понимаю. Мне дали какое-то говно, которое лежит на складе, за которое я забыл на следующий день. Все. Очередной раз я понял, что в картошке работают дебилоиды. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.